Привет, с вами Дизер. Ребят, пипец вообще. Одним сообщением можно убить iPhone. И сейчас все в интернете, все на Ютубе, в Твиттере и во всех других социальных сетях начинают объяснять, как это сделать, как составить это сообщение, как его отослать и как потом восстановить телефон, iPhone, ребят. Ну блин, ну нахрена вы все это рассказываете? Вдумайтесь, на Android нельзя послать одно сообщение, которое убьет ваш смартфон. Ну нельзя, ну нет таких багов. В iOS такое говно постоянно случается. Почему? Потому что iOS говнище. Apple просто... нищий, я не знаю, как это сказать. Я просто в афиге от этого, потому что ну, это полный пиздец. Я не знаю, у меня нету слов. Это как так можно косячить? Это уже не первый баг. Помните, до этого было сообщение, которое убивало ваш смартфон и постоянно в ребут его переводило. И теперь же ваш телефон начинает просто глючить, как незнамо какая неведомая скотина. В общем, это жесть, Apple. Это... У Samsung нет таких багов. У Samsung нет таких багов. У Meizu, у Xiaomi, там у всяких Kubot, телефон и прочих смартфонов. Ну нету такого. Ну это что за фигня? Вы как, куда смотрите, Тим Кук? Ну хватит уже долбиться в очко, сделай нормальное iOS. Блин, я вообще не знаю, у меня слов нету.